Я снова рада видеть вас. Мы рассматривали молитву «Отче наш», ободряя вас в молитвенной жизни. Она кардинально повлияла на мою жизнь, и я обсуждала это с Дереком. Матфея 6 глава 9 стих. Это говорит Иисус. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое». Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Мы говорили, что в первую очередь мы приходим и говорим, ⁇ Ты наш отец, мы признательны Богу, мы переводим свой взгляд с нашей ситуации на Бога ⁇ мы смотрим на себя, как на его возлюбленных детей, которыми мы и являемся. Мы не можем ничего сделать, чтобы заслужить спасение. Его благодать, его милость мы уже в его семье. Мы угождаем ему, имея веру в тени Его благодати. Мы также говорим «Да святится имя Твое». Мы провозглашаем Его имя, Его сущность. Мы возвеличиваем Его имя и Его могущество. Мы говорим «Господь, Ты прекрасен». Ты всемогущий Бог. А после этого мы благодарим. Мы говорим о том, кем Бог является для нас. Это очень личное. Мы признаем Божью благость к нам. Ты мой целитель, мой спаситель, мой Бог, моя способность. Ты тот, кто восполняет все мои нужды. Ты больше жизни. Ты моя жизнь и моя победа. После этого мы продолжаем хвалить его. У меня есть чудесный пример. Это было много лет назад. У меня был пес Дэниел. Тогда я была не замужем. Я выгуливала его в парке. Был туманный день. Я жила в восточном Оксфорде. Было очень пасмурно, но я понимала, что мне нужно выгулить Дэниела. Итак, я села в машину. И когда я ехала в Шотовер, туман становился все плотнее и плотнее. Когда я начала подниматься в Шотовер, было такое чувство, словно я еду в гороховом супе. Я подумала, это безумие. Мне нужно вернуться назад. Что я делаю? Но я сказала себе, нет, я буду двигаться дальше. Я буду просто двигаться дальше. Внезапно я проехала через туман и увидела синее небо, солнце, я услышала пение птиц. Я чудесно прогулялась. Это было прекрасное время. Там не было больше никого. Это был совсем другой мир. И тогда я подумала, если бы я отчаялась, когда решила, что поступаю глупо, потому что становится лишь хуже, то не увидела бы этого. То же самое и в хвале. Ты прославляешь и прославляешь Бога, но ничего не происходит. Кажется, становится лишь хуже, но не сдавайтесь. Вы обязательно выйдете на Солнце. Да, иногда наши мысли похожи на своеобразный гороховый суп. Да. Но если мы будем возвеличивать Господа, все будет иначе. Давайте возвеличивать Господа и возносить Его имя вместе. Продолжайте провозглашать Его имя, славить Его имя, и тогда вы выберетесь из этого супа и увидите, как благодать Божия сияет на нас. И тогда мы готовы молиться, и это подводит нас к следующему типу молитвы — посвящению и поклонению. Что такое поклонение? Это подчинение нашей воли в Его присутствии. Именно тогда мы молимся, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, а в этом и кроется вся суть поклонения. Когда мы оказываемся в Божьих дворах, через хвалу и благодарение, мы приходим к Царю, Господу Господ. Теперь мы преклоняемся, склоняем свою волю. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. Это то, что должно случиться далее. Ведь суть молитвы не в том, чтобы насадить нашу волю, то, что мы хотим. Она призвана принести Божье Царство, Его благословение, Его силу с небес на землю. Да придет царство Твое, да будет воля Твоя на Земле, как и на Небе. Чтобы это сработало, мы должны получить доступ к богатству, благословениям и силе Небес, которые скрыты в Духе Святом. Мы должны быть с каналом, чтобы на Земле все было так, как на Небе. Это уже совершилось на Небе, уже активно. Но в своей молитве мы должны приносить это на землю. Пусть Твое Царство придет с небес на землю. Но чтобы сделать это, мы должны подчиниться власти Царя. Слава Богу! Итак, сначала мы поднимаемся одесную. Наша душа настраивается на небо. Как ты говорила об этом, чтобы мы видели славу Божию, только тогда мы можем... Да. Мы должны увидеть, что Бог наш герой, мы должны увидеть, что Иисус умер за нас. А лишь когда мы видим это, мы можем принести это на землю. Мы принимаем это на небе и приносим на землю. Мы должны находиться под Его благодатью и под Его властью. Это следующая часть молитвы. Мы должны быть под Его властью. Когда мы делаем это, то можем молиться с властью, принося на землю то, что желает Бог. Если мы будем молиться на земном уровне, на основании своих чувств и ситуаций мы тогда не поступаем правильным, мы поступаем неправильным, мы не оказываемся одесною, чтобы нести царство на землю, а наша задача оказываться одесною, чтобы нести Царство Небесное на землю. Молитва с земной точки зрения похожа на человека, который попал в ⁇ Зыбучие пески ⁇ Чем больше я молилась с земной точки зрения, тем больше я тонула. И все эти вещи все еще больше влияли и влияли на меня. Да, ты права. И чем больше ты пыталась... Да, чем больше я пыталась, тем больше тонула. И единственный выход из этого — войти в его дворы с хвалой и благодарением, настроиться на Божий мир, и тогда мы будем готовы молиться об этом на земле. Содержание нашей молитвы – это Божье Царство. Мы хотим принести Божье Царство на землю, чтобы оно было тут так же, как на небе. Мы должны увидеть его. А это означает, что сперва мы должны посмотреть на Господа. И тогда мы можем принести его на землю. Мне нравится, что сказано в послании к римлянам, 14 главе, 17 стихе. Там сказано, ибо Царство Божие не пища и питье иногда мы так зацикливаемся на житейских вопросах я не говорю что они не важны что забываем о главном здесь сказано что царство божие не пища и не питье не жизненные мелочи мы должны понимать что божье Царство — это праведность, мир и радость во Святом Духе. Мы не должны фокусироваться на материальном и изо всех сил стараться сами, стараться по плоти. Ответ состоит в том, чтобы прийти в Божие присутствие, в Божие Царство. И тогда Его Царство может течь через нас в силе Духа Святого. Побочным эффектом всего этого является решение наших вопросов. В молитве мы не основываемся на материальные ситуации, но настраиваемся на небо. Небеса отвечают на эти ситуации, но ответ этот может быть удивительным и совсем не таким, как мы себе представляли. И чтобы получить этот ответ, мы должны подключиться к Царству Божьему, прийти под его власть. Царство означает власть. Мы не можем действовать в Царстве Божьем, если не будем под Его властью. Сначала хвала и поклонение. Они приводят нас во дворы Божьи а затем идет молитва посвящения. Точнее, хвала и благодарение приводят нас во дворы Божии, а затем идет молитва поклонения и посвящения. В ней мы подчиняемся Его власти, потому что хотим, чтобы Царство текло с неба на землю через нас, а так как царство ⁇ это власть, мы должны подчиняться этому. И тогда мы можем обрести силу в молитве. Мы должны признавать его царство. Это следующая молитва, о которой мы хотим поговорить. Расскажи о поездке в ЮАР. Да, нашей первой остановкой был Кейптаун. Там есть удивительная столовая гора. Мы приплыли туда на корабле. Когда много людей живут рядом, ты постоянно находишься с другими, как минимум по 15 часов в день. Это может привести к тому, что люди начинают действовать друг другу на нервы. Это правда. У нас была чудесная команда во время первого путешествия в ЮАР и назад. Но потом компания решила все изменить. Возможно, они решили, что мы слишком хорошо ладим. Они решили разбросать нас по трое человек, которые остались в команде, были друзьями. Но нам нужно было привыкнуть к начальнику, которого мы не знали, и который не знал нас. У нас были определенные трудности с этим. Я помню, как мне дали выходной, я поднялась на столовую гору с друзьями. Это было удивительно. Когда мы смотрели на нее, то видели наш корабль в бухте, и проблемы казались нам просто огромными. Тогда я еще не была христианкой. Глядя с такой высоты, корабль казался миниатюрным, словно лодочка в ванной. Проблемы кажутся просто миниатюрными. И именно об этом, Дерек, ты и говоришь. Я правильно понимаю? Ты видишь перспективу. Если мы сначала войдем во дворы Божии, оставим свои проблемы... Вот именно. Тогда мы увидим их такими, какими их видит Бог. Они не будут казаться нам огромными. Кроме того, в Божьих дворах мы увидим Его ответ. А затем через молитву и провозглашение мы можем принести Его волю. Его вот Царство с небес на землю. У него уже есть ответы на проблемы. Но мы должны прийти во дворы Божии, чтобы услышать этот ответ, увидеть его и высвободить его на земле. Вот для чего нам нужен порядок в молитве. Хвала и благодарение. Мы приходим во дворы Божии. А во дворах Божьих мы видим его ответ и подчиняемся ему. Да будет воля твоя, да придет царство твое. Мы высвобождаем его ответ на земле. Я считаю, что в современном обществе люди не понимают, Власть, как раньше. Фактически, это слово превратилось в ругательство. Но у Бога есть власть. Бог и есть власть. Он суверенен. Наша молитвенная жизнь не будет работать. Вся наша жизнь не будет работать, если мы не будем понимать эту власть. Но именно это и означает слово царство. Ищите прежде Царство Божьего, власти Божьей. Наша молитвенная жизнь должна начинаться с этого. Да будет воля Твоя. Сначала идет, да придет Царство Твое. Я признаю Твою власть, Боже, Твое Царство. Да будет Твоя воля. Я подчиняю свою волю Твоей власти. Пока мы не подстроимся под Его Царство, мы не будем готовы к другим молитвам. Мы будем просто молиться по своей воле, по плоти мы собьемся с пути. Я знаю, что есть более масштабное применение словам «Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое». Но все начинается с нашей молитвы посвящения Богу. «Пусть Твоя воля исполняется в моей жизни». Боже, интересно, как заканчивается молитва «Отче наш, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь». Мы еще дойдем до этого. Слава — это проявление, ответы на молитвы. Но что идет перед славой? Конечно, сила. Но обрати внимание на то, что сначала идет царство, а затем сила и слава. Как получается слава, ответы на молитвы, через его силу, которая течет. Сила Духа Святого приносит нам ответы. Его славу но что идет до силы Духа Святого, Его Царство, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава. Он показывает нам, как все работает. Слава — это то, чего мы хотим, но слава — это результат действия силы Духа Святого. А сила Духа Святого действует согласно власти, согласно Царствам. Все исходит из власти. Если у нас нет правильных связей с Царством Божиим, Сила Духа Святого не может принести славу, ответы на молитвы. Все это от Бога. Это то, как работает Бог. А вот почему молитва посвящения так важна. Когда мы подчиняемся Божьей власти, да будет воля Твоя, да придет Царство Твое, мы оказываемся под властью Царства. если мы поступаем так, Дух Святой может действовать через это и нести славу. Мы должны понимать власть. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его. Если у нас есть правильная связь с властью, то все остальное нам приложится. Это безусловно, и в этом не нужно сомневаться. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Все остальные молитвы будут течь так, как должны. Да, конечно. Мы не можем это обойти. Дерек, а как нам узнать, что мы движемся во власти Царства Небесного? Знаешь, это хороший вопрос. Я считаю, что первое — это праведность. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, или праведности. Это происходит автоматически. Иными словами, если мы подчиняемся власти Царства, то это проявится в первую очередь через правильные мысли, правильные дела, потому что мы будем делать то, что хочет Бог. А в некотором смысле это очевидно. Но Иисус говорит о том, что его праведность ⁇ это то, что будет являться в нашей жизни. Божья праведность в нашей жизни — это любовь. Плод Духа, плод Царства — это любовь. Мы будем ходить в любви, потому что это главная заповедь праведности в нашей жизни. Это логично. В послании к римлянам, 14 главе, 17 стихе сказано, что Царство Божие — это праведность. В первую очередь, когда мы начинаем повиноваться Царству Божьему, то первое, через что оно приходит, — это праведность. Это первое доказательство, первый признак того, что мы подчиняемся Богу. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». А второе доказательство — это мир. Царство Божие — это праведность и мир. И это интересно. Означает а ли это, что все будет хорошо? Нет, далеко не всегда. Мир — это то, что находится глубоко внутри нас. Мир Божий соблюдает наши сердца и умы. Он превыше разумения. Иными словами, это духовная сила. Мир Божий, который превыше разумения, это мир Божий, духовная сила. Но когда мы подчиняемся Божьей власти и Царству, то в наших сердцах возникает мир. И если мы находимся в стрессе, под тяжелым бременем, это не от Бога. И ведь когда в нас доминирует Царство Божие, мы имеем мир. У нас может быть множество вызовов в нашей ситуации, но у нас в сердце будет мир. Это мир, который приходит от осознания того, что мы выполняем волю Божью, находимся в ней. Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Это мы, когда пытаемся сделать все своими силами. Он говорит, «И успокою я вас, «Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Примите мой дух, мое царство, и научитесь у меня. Обратите внимание на результат. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вы найдете мир вашим душам, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». Это означает, что мы должны продолжать молиться. Мы можем быть в ситуации, когда нам нужно принять решение. Что мне делать в такой ситуации? Да придет царство Твое, да будет воля Твоя. Мы продолжаем молиться об этом, пока не найдем волю Божию в этой ситуации. Мы должны прийти в место мира, где мы будем счастливы, независимо от того, каким будет решение. Если Бог говорит «да», мы счастливы. Если Бог говорит «нет», мы счастливы. Мы приходим в место мира, где мы доверяем Богу. Он знает лучше нас. Возможно, мы не знаем, каковы его указания, но когда мы подчиняемся этому принципу и говорим, «Господи, каким бы ни было решение, да будет воля Твоя, я знаю, что Тебе виднее». Мы приходим в место мира. Если же у нас все равно и есть сомнения, тревоги, мы должны молиться дальше, говоря, «Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое». Но наступает момент, когда мы оказываемся в нейтральном положении. Мы обретаем мир и принимаем Божью волю, какой бы она ни была. Это и есть место мира и покоя. Мы не переживаем, не пытаемся заставить Бога делать то, что считаем нужным сами. Мы просто отдыхаем в Его воле. Мы в мире, мы расслаблены, мы доверяем Богу, независимо от того, знаем мы Его волю или нет. Мы доверяем Богу. Я считаю, что мир ⁇ это доказательство того, что мы подчиняемся Божьей воле. А третье ⁇ радость. Бывают моменты, когда нам не хочется молиться, не хочется повиноваться, потому что мы думаем, что Бог отправит нас в Китай. Да, я не хочу этого делать, но Бог желает, чтобы мы были готовы исполнять Его волю, какой бы она ни была. Мы должны доверять Богу. Господи, да будет воля Твоя. Господи, если Ты хочешь, чтобы я поехал в Китай, да будет воля Твоя. И перед тем, как Бог скажет вам, что делать, вы должны быть готовы. Вам нужно быть в мире, доверять Богу, повиноваться Его по власти. Господи, я сделаю все, что Ты скажешь мне. Мы знаем, что Бог добрый. И когда мы оказываемся в таком положении, Он дает нам желание исполнять Его волю. На наши желания сложно положиться. Это могут быть плотские желания. А если мы пришли в место мира, где мы повинуемся Божьей воле, то, как сказано, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Он вложил свои желания в вас. Я верю, что когда Он открывает нам свою волю, и мы исполняем ее, это высвобождает радость. Это радость исполнения Божьей воли. Мы можем столкнуться с оппозицией, но у нас будет радость и удовлетворение. Радость Божия будет в нас, потому что мы исполняем Его волю. И если Бог призывает нас в Китай, и мы принимаем это, то именно там нам и стоит быть, потому что там мы будем переживать радость. Вы будете знать, что находитесь в воле Божией. Я верю, что через праведность Радость и мир, царство является в нашей жизни. Если у вас не будет праведности, мира, радости, то это показывает, что вы не подчинились, как должны, а вы продолжаете продвигать свои идеи, вместо того, чтобы повиноваться Божьим планам в вашей жизни. Если Бог призывает вас в Китай, и вы принимаете это, что именно там вам и стоит находиться. Знаешь, есть одна интересная история Джеки Буллинджер, которую она описала в книге ⁇ В погоне за драконом ⁇ Суть ее истории в том, что Бог послал ее в Гонконг. Однажды она пришла в Старый город. Это была запретная зона для полиции, потому что там управляли триады. Жители Старого города подключались к электричеству Нового. Там всюду лежали провода. Они загромождали маленькие проходы. Люди валялись в подворотнях и исправляли там же все свои нужды. Как вы можете представить, в этом месте стояла просто ужасная, невыносимая вонь. Крысы сновали туда-сюда, вокруг кучи мусора, грязи. Она говорит, что когда впервые пришла туда, то, вы не поверите, ощутила невероятную радость внутри. И каждый раз, когда она приходила туда, то ощущала мир и невероятную радость. А ведь полиция даже носа не совала в это место. Сказано, что тот, кто повинуется, вкусит благо земли. К этим благам относится и радость. Вопрос не только в том, чтобы повиноваться Богу, но и быть готовым исполнить Его волю. И когда мы будем поступать так, у нас будет радость от Господа. Ты прав. А вот почему эта молитва так важна. «Да придет Царство Божие, да будет воля Твоя». Когда мы молимся этими словами во дворах Божиих, мы позволяем Богу изменить наше сердце, дав нам желание. Это не всегда легко. Наша плоть может быть сильной. Наша плоть может сильно желать чего-то. Наша плоть может быть настроена на что-то. Но мы должны помнить, что обычно наша плоть ошибается. Она чаще ошибается, чем права. Все дело в греховной природе плоти. Хоть мы и можем быть настроены на что-то, это может быть совсем не то чего желает Бог. Мы должны отключить плоть и настроиться на волю Божью. Как нам сделать это? Как нам подчинить нашу плоть воле Божьей? Как нам привести свое сердце в правильное положение перед Богом? через эту молитву. А вот почему иногда нам нужно молиться больше одного раза. Берем свою плоть под контроль. «Отче, да будет воля Твоя, а не моя» как говорил Иисус в Гефсимании. Но у Иисуса не было греховной плоти. Тем не менее, Бог просил его совершить невероятное, взять наш грех и наше осуждение, что даже плоть Иисуса начала бунтовать от мысли об этом. Ему пришлось взять свою плоть под контроль, повторять эту молитву вновь и вновь. Он говорил, «Отче, не твоя воля да будет, но моя воля да будет. Я готов исполнять твою волю. Ты имел в виду не моя воля да будет, а твоя. Я не то сказал? Да. Да, да будет воля твоя, а не моя. Мне кажется так, но я подчиняюсь твоей воле. Мы должны озвучить это. Мы устанавливаем свою волю посредством языка. И когда мы молимся так, то отдаем свою волю под контроль Божий. Благодаря этой молитве Иисус одержал победу. Иисус подчинился Божьей воле и смог пойти на крест. В любой ситуации, в которой мы сталкиваемся с этим, мы должны подчинять себя и все свои решения Богу. Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Именно в этом наш Господь Иисус и одержал победу. Он сделал это в Гефсиманском саду. Именно в таких местах и выигрывается битва за волю. Наша воля не должна быть нестабильной. Мы должны сознательно подчинять ее воле Божией. Давай сделаем это в последние минуты нашей передачи. Я не знаю, с каким решением вы столкнулись, но давайте помолимся сейчас. Отче, я доверяю Тебе. Я хочу, чтобы Твое Царство пришло в мою жизнь, чтобы Твоя воля исполнилась в моей жизни. Я хочу рассказать вам о моей новой книге «Ключи времени». Я писал эту книгу последние 30 лет. Это большая книга на 320 страниц. В ней описывается слава Божия в библейской хронологии, а также то, как Библия представляет время исполнения всех событий. Эта книга поможет вам разобраться в этой теме. Она откроет вам глаза на то, о чем мы читаем в Библии, и на то, что происходит сейчас. Возвращение Господа близко. Кроме того, у нас много циклов на дисках, каждый из них как курс в библейской школе. Это цикл о числах в Писании, значении разных чисел в Библии, и мы предлагаем все наши циклы на дисках по особой цене 15 фунтов. За это вы получите 8 дисков. Вы можете заказать любой наш цикл за 15 фунтов. Просто присылайте чек по адресу, который вы видите на экране. Или если вам проще заказать это по телефону, то звоните по номеру, который видите на экране. Вы можете сделать заказ по телефону.